Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Ведьма». Сюжет. События сериала происходят в небольшом селе. Кузнец Роман замечает в реке девушку и, вытащив ее из воды, приносит в свой дом и обращается за помощью к местной знахарке Рае, которая уже знает, что Роман вместе с девушкой принес в деревню большую беду. Рая приводит девушку в сознание и просит Романа не показывать ее односельчанам, но один из местных парней увидел ее и с этого момента просто грезит светловолосой красавицей. Девушка после происшествия ничего не может вспомнить, в деревне начинают идти слухи, что кузнец выловил в реке ведьму, ведь издревле считалось, что ведьма не может утонуть. Проходит несколько дней, и память понемногу возвращается, она вспоминает, что зовут ее Надежда. А тем временем появляются вооруженные люди, разыскивающие девушку, похожую на Надю. Кто такая Надя и какие тайны она скрывает? Готов ли Роман бороться за любовь незнакомой красавицы? И действительно ли Надя отвечает ему взаимностью или использует доверчивого парня в своих интересах? 20 серия. Роза рассказывает Роману, что есть единственный способ спасти Надю, отдать свою жизнь в обмен на нее. Кузнец соглашается на все, лишь бы спасти любимую. В больнице Наде становится хуже, и Артур назначает срочную операцию. Во время операции у женщины останавливается сердце. А в это время Роман в деревне несет зачарованную свечу к камню на утесе, нельзя допустить, чтобы она погасла. На своем пути он встречает Баро. Спасать Надю идет и Боря. Он берет ружье и отправляется к Кали, думая, что если убить ведьму, то колдовство спадет с Надежды. Раненую Кали находит Зоя. Ведунья хочет передать свою силу внучке, но девочка отказывается. Зоя не хочет причинять людям вред и быть похожей на свою бабушку. В городе Надя быстро идет на поправку, а когда возвращается в село, то узнает, что Роман женится. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.